43-й год. Омский госпиталь. Коридоры сухие и марки. Шепчет старая нянечка: «Господи, да чего же артисты все маленькие? Мы шагаем палатами длинными, мы почти растворяемся в них. С балалайками, с мандолинами и с большими пачками книг. Что в программе? В программе чтения пару песен военных правильно. Мы в палату тяжелораненых ходим с трепетом и почтением. Мы поем, только голос летчика раздается, а в нем укор. Погодите, постойте, хлопчик, погодите, умер майор». Балалайка всплакнула горечно, торопливо, будто в бреду. Вот и все о концерте в госпитале в этом далеком военном году.